Всем экзешного привет, и да, это я. Просто я сейчас в маске, ну знаете. Просто YouTube не разрешает это говорить. Короче, сейчас ковирус, я в маске. Я даже вам больше скажу. Я одел вообще очки защитные. Даже это фотодоказательство будет тут, а я буду его делать. Но камера. О, наконец-то, блин. Всё. Вы, наверное, скажете. Ну, Алекс, это же всего лишь очки для плавания. А мне пофиг. Всё равно COVID-19. Я давно в эту игру не играл, но чё-то по управлению помню. Вот. Даже факт могу показать. Факт. Так, ага, да, понятно, значит, угу, опа, да, блин, нужно нажать кнопочку, вот, опа. И Айнцвай Драй. Уи. Теперь берем другой диск. Как-то уложим. В моем случае так я буду ложить. Так. Опа. И берем его и вставляем. Ух, получилось, блин, с первого раза. Так, ладно, перейдем к самому главному. Операциям. Так. Значит, у нас операция на сердце. Так. Так. Не беспокойтесь. Я вам... Так. Спит наш дорогой. Хорошо, я его, конечно, немножечко так возьму одеяльце, чтоб не видел всех ужасов, которые мы делаем у него. Так, что там у нас? Кофейку нам не надо, нам нужно вот это. Ой, спля. Я, короче, сейчас... Чё это было? Так. Угу. Так. Не пофиг. Я вообще... Я профессиональный доктор. Так. Что делать? Так, ложим. Так, берем шприц. Так, какие ножницы? Шприц нам нужен. Так, какая чашка? Шприц. Сейчас. На, прям в глаз. Все, не истекай больше кровью. Если я хоть замечу, что ты истекаешь кровью, то я тебя убью. Ой. Так. Так, а все, вот. Все. Опа. А чего прикольная фотка? И практичная. А блин. Фух, чуть мат не сказал. А то все. Нас пытается успокоить. Йоу, братан, это типа не просто. Настоящему успокоить.
успокойся, просто делай свое дело. Это не как... Там, блин, пациент истекает кровью. Так. Я вспомнил, зачем я это видео делаю. На самом деле. Короче. Вот. Сейчас можно сделать предзаказ новой части Surgeon Simulator. Конечно же, я не буду. Так. Так. Да. Мне нужно им уколоться. Срочно. Или меня в дурку посадят. Навечно. А это точно от... Фух! Так, опомнился. А я ему даже брюхо не выпилил. Такое-то, а? Мне нужно это. Ничего другого. Ничего лишнего. Так. Операцию делаем нормальную. И сейчас соседи такие. А чё за конь? Чё за злой хирург там у нас? Сосед. Так. Давай. Ещё пару. Пара костей. Так, это наступил. Ein Moment. Нужно накормить нашего пациента растишкой. Все. Теперь он сейчас вырастет. Блин, а я про это не подумал. Возможно, эти костяшки мешают. Так. Где там? It's a fully charged. Нет! Да. Так, теперь нужно понять, как сделать так, чтобы было норм. Ну все, теперь уж погодите. Так, растишку еще. Все, успокойся. Растишка вкусная. Успокойся. Я невнимательный дурак. Не нравится. Все. Теперь музычка такая спокойная. Значит, все будет нормально. Ну, мне кажется, что будет нормально. На самом деле, все может быть. Давай. Легкие. Все. Зачем тебе легкие? Дыши одной. Ты и так курил. А тебе новый не принесут. Донора у даже нету. Гы. Так,
Ой, блин. Так. А то есть... Пожалуйста. Наш инструмент. Проблемные вы кости. Ой, немножечко задел. Ну, сейчас это исправлю и опять накормим нашего пациента растишкой. Ну. Так, давай. Ты сможешь. Часы. Нет, часы. Часы мои. Они 2 миллиарда стоят. Так, я их тут оставлю. Так, все. Теперь можно дальше. Давай. Ой-ой-ой, чё я тянусь? Блин, я воздух тяну, буквально. Всё. Новые тебе не предоставим. Покурил, заплатил жизнью, понял? Так, печень тоже не нужна, ты же алкоголик ещё. Толик алкоголик, блин. Зачем я... Так. Стаканы нафиг не нужны. Стаканы... Бобу вообще похрен. Ай. Меня коцнуло или это пациента? Так. Молоточком. Это если Бобу нужно в дурку. А нам не нужно его в дурку. Нам нужно... Его просто оживить. Собой. 12 минут уже. А я не могу, блин, пинцет. Да. Короче. Ну, ты фастфуд кушал, так что и тебе вообще желудок не надо. Всё. Осталось обрезать то, что сердце. Всё! Дыши. Всё. Сейчас дядя доктор возьмёт. Ваше сердце выкинет его на... Вот. Это тебе тоже за курение и алкоголизм. И наконец-то! Да! Да! Почему Д? Операция-то часами делается. А я сделал за целых 10 минут. А мне Д влепили. Так, ладно. Я превращаюсь в буйного Славика того. Я у меня... Если честно, у меня уже немножечко глаза поболят из-за этих очков. Потому что они на самом деле все же для плавания, как вы и думали. Ладно. Так, теперь почки. Ага, у нас кто-то хочет купить себе iPhone. Молодец, блин! Сейчас отрежем тебе почки. Или заменим почки. Ты же купил айфон, а он оказался паленым.
Ну чё, мошенники просто хотят больше выгоды. Я, кстати, уже вижу, где развязать. Вот тут-то, где-то. Берём, значит, наш любимый стакан! Просыпайся! Просыпайся, Боб! Тебе нужно знакомьтесь, Боб, а не в игру симулятор хирурга какого-то. На тебе, блин. Ой, уже испачкал. А чё? Ну, каждый себя уважающий хирург, по-моему, должен. Блин, я выкину пинцет. Да-да-да. Пинцет. Или... Да-да. Ой, ой, ой. А дальше я не знаю. Ну, буду резать, куда попало. Может, куда-то и попаду. Например... Так, 6 миллилитров, это уже критично. Если я оставлю тут, то все, прощай, хирургия для меня. Прям глаз растишкой. А чё, растишка вкусная. Нужно ещё глаз радовать. Я ж отрезал, блин. Или это я... Я печеньки пытался вырвать. Блин. А. Посмотрю. Так, может получится. Так же. Хирургия. Не повторяйте этого дома. Или ваш родственник умрет. В буквальном смысле этого слова. Или на ком вы будете делать операцию? Ну, пусть на родственника. О, а давай! А чё? А чё? Классно. Так потратил кровь. Ложка? Это мои полномочия, все окончены. Ладно, попробую, короче, это поломать ему вот эту часть. Сейчас. А. Вот эту часть. А. Ну, берем молоток и в дурку. Ладно, шутка. Да, это была шутка. На самом деле я Боба не хочу в дурку сдавать. Он мне нравится. Так, ну всё. Ну чё?
Например... Ой, бля. Так. Берем расти... Я сказал, берем растишку. И вкалываем опять. Чтоб он, блин, вырос... не знаю, выше эльфилевой башни. Во. Так, а куда... А вопрос, а куда эти все кости девать-то, а? Блин, берись. Ты. О. Да, ёбаный волшебник. Я, блин, магии научился в игре. Про хирурга, блин. Ну ладно. Я посмотрю прохождение. Ну реально, я не могу без него. Короче, все равно не понял, как это проходить. Там чувак, короче, взял ножницы и водил просто и как-то случайно обрезал то, что нужно. Ну, я немножечко по-другому поступлю. Ой-ой. Ну чё, помянем? Нож пенчень, никто не вечен. Простите, я не знал, что делать. Бля, какими кнопками я, блин? Так, все. Ну, возьму кадрилька я. Так. Так. Значит, нужно лучше всего растишку прямо в лицо. Ему пофиг, он уже и так, он спит. Так. Хо! Так. Гея! Дрель, дрель.
Эль, пошла ты с водными палочками. Так-так, не затеряйся. Все. Ой, из носа потекла кровь. Так, стоп, вопрос. А я что, за девку играю? Ну, типа... О! Ничего себе, блин. Представьте себе, я, блин, наконец. Взял это. И, блин, извлек. А, стоп. Так, часть, так. Ха! Ну правильно, а зачем тебе они? Ты без них проживешь. Без всего ты проживешь. Так что эта операция бессмысленна. Ты всего лишь персонаж из видеоигры. Так что просто успокойся. Так. Ну. Так. Это то, что я вырвал, это было... Это... длинная кишка, а вот это толстая кишка. Давай. Давай. Всё. Тебе кишки не нужны. Тебе нужны матики. Убийство. Ну опять, Женя, лучше не говори. Все. Осталось тебе это отрезать летающий желудок. Реально, он летает просто. Волшебство. Так, все же одна почка осталась. Значит, ты можешь купить себе целых 2 айфона. Поздравляю. Так-так. Вся. Так. Осталось просто взять. Ну, правильно. Зачем тебе почки?
Лучше тебе оставлю. А я на самом деле бомж. Я тебе почки. У тебя почки здоровые. Отберу, а тебе отдам нездоровые. Все. Да. Ну, чтобы... Вот так. Чтобы ничего. Никого не стресс. Опа. Опа. А? Ну, гениально я придумал. С... А, так. Ого. Так, так. Так, мне пофиг, как эти почки твои ложить. Мне главное выполнить свою работу. То есть, так, сделать операцию. Ну, ну. Да! Опять на Д, да вы издеваетесь. А, так. Фух. Чё там следующее у нас? Операция на мозг. А. Не. Мне пофиг уже. Я помню, что в этой версии игры там есть уровень, связанный с TF2. Там даже в трейлере показывали. Сейчас подождите, короче, я загуглю, как получить эту гребаную кассету. Короче, как я понял, нужно пройти игру до конца. А я помню, прошел 4 уровня, кроме вот этого уровня. С зубами этими. Ну ладно. Эта операция вроде... Спасибо, игра. Ну, снова запускаем. Все. Так. Снова. Берем. И выбираем мозг. Мозги. Мозги. У-у. Так. Пацаны, к нам на стол заглянул сам Илья 1995. Давайте же ему вылечим мозги. Берем, значит. Томагавк. И хуярим. Я уже в этом случае не боюсь этого слова. Ха. 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 Будем лечить ему мозг. Не нужно было просто так обсирать экзе-разрабов. Понял? И просить их удалить игру. Критикой нужно нормальной заниматься, а не вот этой фигней, которой ты занимался.
Понятно. Блин. Хотя синий шприц нам и не нужен. О! Прям мозг! Давай, все. Успокойся. Остынь. Остынь. Давай. Ага. Значит. Так или иначе, кровь будет идти. Не, ну прости. Ай. Нет! На жаль, Илья 1995 умер. Но мы можем вернуться во времени, когда я так запустил эту операцию. И попробовать снова. На! За Нека! За Женьку! За других разрабов! Ой! Ой! Немножечко. За других разрабов! За Стоптен! За Сергею! За... как там? Короче, за меня! Хоть... Ой! Старался опять. Ничего. Он переживет. Ну нет. Так. Так. Молоток, не убегай. Если ты убежишь. На. Когда тебе лоботомию сделают, а? Чё за у тебя за санитары такие, а? Лоботомию не сделали. Какие-то идиоты санитары у тебя. Приходится самому все делать. Блин, целый мозг заменить не нужно. Из-за этих твоих санитаров, которые... бездельничают, ничего тебе не делают, просто заперли комнату и называют это санитарией, блин. Санитар, блин. Нужно получше санитаров, а я знаю. Ну точно не я. Я хирург. Ну ладно, там оговорка. Точно. На! Никто тебя растишки не кормит. Все мне нужно делать самому. Санитары проклятые. Почти 4. А что? Вот тоже что-то с костями делать. На! Попей фант. Я пока буду делать тебе лабутомию. О нет! Да. Последних секундах жизни. Я не пробить.
Ничего, у тебя такой-то огромный мозг. Ой. Не, ну тут извините. Так. Так, фанта не нужно. Просто берем тамагавк и аккуратненько ломаем ему башку. Делай нормальную критику. Просто так не обсирай людей. Это не называется критикой. Ты понял? Тупая ты башка. Так. Почему так мало крови? Так. Я хочу продолжить ему жизнь. Но чтобы он не обсирал людей просто так. Ну, его и так забанили в геймджоте. Но он, надеюсь, разбанит, когда мы ему ставим нормальные мозги. Не отрубайся. Ты тупая башка. Ну а тебе растишку. Помогал. Аккуратненько. Аккуратненько. Это аккуратно, разве? Ты хочешь, блин, выкинуть? Помогал? Он еще пригодится. Я еще тупик. Боже. Блин. Так, часы, часы священные. Они миллиард долларов стоят, если вы не забыли. А вот шприц. Фух, я уже думал, все упало. А как нам известно... Да! Да-да-да, мозг уже... Это... Отвалился. Нам останется только... Вот, уже можно и открыть. Осталось взять пинцет. Пинцет. Мозга нету. Теперь берем новый мозг. И вставляем. Так, так.
Мозг вообще больше стоит, чем мои часы. Так что это? И это? Не укачай головой. Это все да! Все, мы вылечили мозг Ильи. Я думаю, на этом все. Осталось мне всего лишь сделать немножечко монтажика. Ну, точнее, просто врезать моменты, где я включал камеру телефона и вставить картинку с той фоткой. И все. А я говорю всем экзешного до свидания.